Ну вот практически блок мы набили. Теперь берем жменечку и сверху посыпаем опять мицелием. Делаем так называемую шапочку. Теперь берем завязочку и формируем мешочек. Вот махормы взяли. Теперь немножко нажмем, отпустив махор, выходит воздух. И вверх закручиваем. Все, а теперь блок плотно обтянут пленкой. Главное, чтобы как можно меньше воздуха оставалось. Свободного под пленкой. Так, блок готов. Теперь берем ножницы и обрезаем вот эти уголочки. Это для того, чтобы излишки влаги могли через эти отверстия дренажные выйти наружу. Сейчас он отправится к остальным блокам, а завтра мы его проперфорируем. Ну вот, как-то так. И все на сегодня.